Всем привет! Давным-давно с Китая пришла GPS-система мне, далее, пришла подсветка с Алиэкспресса еще в ноябре. Вот все никак не мог ее поставить, времени не было, температура не позволяла, теплого бокса нет. Вот сегодня установил. Она реагирует на мой голос, что ли? Да. Вот и хочу, такой небольшой обзорчик. Много нету именно вот про эту. Вот с таким пультом она. Ярче, тускнее. Он off. Вот. 8 цветов. Потом разные режимы. Это просто переливается. К ней плавно переходит в другое и так далее. Вот если выключить свет, то видно. И также есть режим, как он называется, музыкальный. Она определяет музыку и в такт музыки подмыргивает, подмигивает. Не знаю, как это правильно. В общем, вот, например, включаем вот такой режим. И включаем музыку какую-нибудь. Давайте. Вот. Переключаем режим. То есть, если музыку заглушить, то она просто плавно будет перегорать вот так вот. Как-то так вот. Если музыку убавить, то она вообще в этом режиме она вообще не работает. Стоит датчик вот здесь, тут у меня. Кому-то вот это не понравилось, но это да, это, наверное, немного неэстетично смотрится. Потом его куда-нибудь припрятать, что ли. Сама коробка стоит здесь. Вот если по ней стукать, то датчик срабатывает. Вот любые цвета. Вот захотел ты себе просто белый включить, вот можно его сделать тускней. Где тут? О, тускней. Вот на всю яркость. В принципе, ничего так, нормально, мне нравится. Кто-то говорит, что все это шалости. Все это шалости, но главное, чтобы мне нравилось, остальное мне как-то по барабану. Вот. Все, всем спасибо, и до свидания, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки.
Все, пока.